Сегодня избирательная комиссия Нижегородской области зарегистрировала областные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 7-го созыва. Представителям 6 политических партий выдали 325 удостоверений установленного образца. Теперь кандидаты с уверенностью могут продолжать свою предвыборную работу. Мы сегодня зарегистрировали списки, представленные 3 парламентскими партиями. Это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. И также были зарегистрированы списки, представленные не парламентскими партиями, что очень приятно, что они смогли собрать нужное количество подписей. Это партия «Новые люди», партия «Пенсионеров за социальную справедливость» и партия «Коммунисты России». Получили 53 удостоверения, то есть все документы, которые подавали партия ЛДПР, всех кандидатов подтвердили, все идут на выборы. Соответственно, для партии это значит снова в бой. Список наш, если посмотреть, очень разнообразен. В нем очень много молодежи. Это принципиальная позиция нашего лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского. Он возглавляет наш список, вы знаете, традиционно. 53 кандидата выдвинуты по партийным спискам КПРФ. Еще 25 у нас одномандатников, они уже все зарегистрированы. И партия готова к тому, чтобы достойно представить доверие избирателей. И я надеюсь, мы не просто достойный результат покажем по итогам выборов, мы рассчитываем только на победу. У нас 32, потому что в отличие от коммунистов России и от других, я смотрю, там по 70, по 80 человек там регистрировали, мы брали не количество, а все-таки качество. У нас 32 человека, это действительно те люди, которые достойны и, что самое главное, не просто как номенклатура там присутствует, а действительно хотят участвовать, хотят доказывать свою значимость и свою принадлежность там к Законодательному собранию. Елизавета Виноградова, «Время новостей».